Минут, добрый день. Меня зовут Алексей Сарангов. Я являюсь режиссером Национального театра имени Батра Басангова. На самом деле, это моя уже шестая, наверное, постановка, я же запутался, так как... Но это первая на калмыцком языке. Как понимаете, я думаю, сейчас каждый житель Калмыкии понимает, что благодаря вот вам, нам, мы все-таки стараемся тот пробел языковой, как бы его возместить. И все-таки для меня было очень важно перейти порог именно в режиссуре, именно в постановке родных спектаклей. Потому что очень сложно, так как... Труппа в этом спектакле занята чисто молодая труппа. Ну, я сделал такой некий ход, как бы взгляд молодого режиссера на нашу древнюю, как бы говорится, этническую историю. И, судя по отзывам, людям понравилось, потому что на калмыцких авторов немного посмотрели по-другому. Дуртан хөрім ешкін көп күшік байран тамдан өлжі едіп қа сәйхан дейіксен үргі муған дұғы дәржі сан-сан өнген күсші маш сәйхан дәр қа дейіп қа ойын ол қа болды керәнің дүйрін көп қа қазаған дүйрін мал қа қалқаның дүйрін көп қа әмелекін кеше көліп қа барын алғы дейірен бадын цецік ұрғат қа Зүйін әліқін дейін, бам бай цеце құрғатқа. Бұл жақ қала, бұл жақ басылды бола тұрқына. Әт тұқтан әділ сұқайтын! Қандерау. Да, сверхзадача. Да, вообще, этот спектакль, сама идея, ее написал Егор Андреевич Буджалов, наш ИКЭ, можно говорить, большой наш калмыцкий писатель. Сверхзадача в том, что любые народы, будь то малые, большие, вообще, которые заполняют нашу планету Земля, все-таки, особенно малые народы этнические, они все-таки мы являемся, как бы, я могу об этом говорить серьезно и открыто, так как такое время, что мы являемся заложниками наших обычаев и традиций. То есть, допустим, взять тот же самый Кавказ, да, или там тот же самый Китай. То есть, да и у нас раньше было, что не все зависит от каждого человека, зависит от
от обычаев и традиций. Как было кизянке придумано давным-давно, так и исследователи. Так и получилось, что именно та девчонка, то Гряша, вот главная героиня у меня в этой истории, если коротко в двух словах, о чем этот спектакль, о том, что юная красивая девушка, которая вся жизнь впереди, обрывается именно в том плане, ну, здесь двоякое слово обрывается, что выходит замуж за старого дедушку, которому 80 лет. Вот, как бы, я думаю, в наше время это не удивление, этим не удивить. Своя задача была такая, что все-таки любовь, она искренняя, и чтобы нынешнее поколение, посмотрев спектакль, задумались, что любовь не покупается за деньги, что любовь, она искренняя, что любовь бывает без всяких там, материальных, хотя я понимаю каждого и каждую, что в нынешнее время это сложно, но все же, как бы, что ради любви нужно пройти многое и иногда даже умереть. Вот как бы такой момент. И о том, что да, что мы, калмыки, все-таки жили в то время, когда действительно было сложно, когда это классовое разделение на богатых, бедных, социальные моменты такие, что там у меня герой Эвни есть такой, вот он, возлюбленный Тугряш, который тоже погибает. Он говорит, есть монолог, он говорит, когда это время придет, когда все будут люди равные. Почему, он задает вопрос, почему на одного богача 100 бедняков, почему на одного сытного богача миллион голых умирает. То есть, как бы, тем там много. Ну, одна из главных задач о том, что, да, что надо быть искренней, что мы люди все-таки, как бы ни получалось, все-таки мы молчим. И там в конце символ и все декорации, у меня спектакль, там стоит дерево. Как бы ассоциация с тополем нашим всем известным. То есть дерево – это дерево мудрое, дерево желаний. И в конце персонаж Халда, который играет Санджи Пурсяков, в конце вот он выходит с топором и хочет зарубить, допустим, злодея, того же человека. Но в последний момент в этом дедушке идет как бы судьба всего народа. И последний... То есть мы не можем прямо сказать, мы не можем... такая система, то есть мы не можем пойти против системы. И он в конце меняется, и вместо того, чтобы зарубить злодея главного, вот, который сейчас заходил, Бричар Гадыков, он рубит это священное дерево. То есть идет на грех, потому что мы привыкли молчать. Ну, таковы реалии были тогда. И что... И это все переносится в наши дни. Да, сложности, да, действительно. На самом деле, я еще как бы учусь, я еще неопытный режиссер, но все равно сложность была первая, наверное, это как, в каком стиле подать этот материал. Потому что это проза калмыцкая, там не написано время года, зима, лето, осень, какой именно год, и мы должны взрыхлять. То есть, конечно, большую работу должен сделать режиссер. Я должен выявить время, какой год. Допустим, в этом спектакле, в этой прозе, есть такое явление, когда богачи в качестве наказания бьют плеткой бедняков.
Вот это первая зацепка для меня, потому что я начал искать сведения и нашел, что до 20-х годов, допустим, разрешалось бить плеткой. Я уже нашел время. Потом идет сложность в том, что определить, какое время года. Потому что одно момент, когда зимой идет действие, там, когда мы устали, или осенью, когда там меланхолия, или когда весна. Я вот выявил, что все-таки в этом спектакле весна. Третье, это, конечно же, калмыцкий язык. Дело в том, что, как я говорил ранее, в этом спектакле занята чисто молодая труппа. То есть мы играем и стариков, и старушек, и так далее. Но это не означает, что я там специально сделал, чтобы не брать старшее поколение. Просто такой стиль. Ну, зрители, кто видел спектакль, поймут почему. Мы проделали колоссальную работу с калмыцким языком. То есть, получается, мы как в школе, на каждого молодого актера был прикреплен старший актер. И мы разбирались сами, мы делали построчный перевод. То есть, допустим, вот А4 лист, здесь шел калмыцкий язык, параллельно шел русский перевод досрочный. То есть каждое слово, что означает, чтобы актер не образно думал, здесь история о том. То есть, чтобы актер проник полностью, и актер понимал, что каждое слово, что означает. И плюс работа со старшим поколением, которая дала очень свой момент, так как в этом спектакле есть ребята, которые плохо знают язык. И их похвалил художественный руководитель, думаю, это огромная победа. Вот это, наверное, главная сложность. И плюс, конечно же, у нас это музыкальная драма, то есть нужно петь. Понятно, что сам жанр драмы, это тяжелый жанр, и нужно петь с отношением, совпадать с ритмом героя. Для этого мы позвали заслуженную артистку Калмыкии Инессу Мисхашвили, который занимался вокалом. Вообще команда бешеная была, потому что у нас музыку нам придумал Аркадий Дмитриевич Манджиев. Это же наш мэтр. И танцы поставил у нас Александр Бабаевна Манджиев, тоже заслуженная артистка. То есть это такая команда. И действительно, для меня это первая такая победа большая, потому что я давно мечтал сделать это на калмыцком языке. И вот, пользуясь случаем, хотел бы сказать огромное спасибо нашим зрителям, вообще нашим землякам, те, кто приходит в калмыцкий театр. Так как, сами знаете, раньше кино было, и сейчас, наверное, кино популярное, но театр, вот сейчас многие меняют положение, и очень льстит, когда люди жалуются к нам в театр, говорят, мы на вас подадим жалобу, потому что мы не можем попасть на спектакли. Потому что люди привыкли, раньше люди приходили, допустим, за 5 минут до спектакля, и там покупали билет, заходили, а сейчас люди приходят, раз, им говорят, уже нет билет, два, потом они заранее звонят, им говорят, уже нет. И вот на этот спектакль так получилось, что не было вообще билетов, и вот мне уже раз 5 звонят, когда можно попасть. Я говорю, значит, людям нравится. Значит, люди идут, это заслуга, конечно же, всего нашего театра, вообще всех, кто причастен к этому искусству замечательному. Приходите, как говорится, мана халмык театр, менде болтха. Правильно сказали, это совсем свежая постановка, да, она даже сейчас премьерный спектакль, сколько уже, 2-3 прошло только, 2, да-да-да, будет только третий спектакль у нас. Процесс еще идет даже, установление, потому что там иногда во время репетиции одно было, а на зрителя вышли реакции не очень интересные, зрителя самого, какие-то места, где ты сам даже не ожидал, там реакция идет. Я играю там дедушку Халду. Это, я уже об этом говорил, это такой персонаж, который является, медиатекин такой, это человек, который в хатоне, там процесс весь идет, все рассказ идет в определенном хатоне одном, там нет названия точно, в каком-то хатоне происходит, и этот человек там, самый старший, старейшина является, он такой мудрый очень, к нему все за советом ходят. И он видит всю ситуацию, что там происходит в этой всей истории, трагической судьбе девушки Тегряш, но он все понимает прекрасно, все видит наперед, но по каким-то определенным причинам он не может вмешаться в процесс, и потом в итоге он себя винит и вообще с этим остается, с грузом этой вины собственной, что он это все видел, но не смог предостеречь. Спектакль интересный, мне кажется, очень получился, взгляд такой интересный, потому что режиссура молодая. Алексей тоже учится сейчас, он строит, потом практически весь актерский состав в нем тоже молодый. Есть там даже несколько ребят, которые вообще для них это первые такие большие работы в театре. Волнительный очень момент. Есть и музыкальные там моменты тоже, там это не без этого. Хочется сказать спасибо тем, кто с нами работал. Это Александр Бабаевна Манджиева, это Инесса Мисхашвили, и само собой, конечно же, наш мастер Аркадий Манджиев. С такими людьми работаешь, от них берешься, слушаешь, и, наверное, растешь в творческом плане.
Чтобы в моей жизни произошла такая же история, как с «Ты грязь». Это во-первых, а во-вторых, это роль. Да, мы вживаемся, мы проживаем, мы пропускаем через себя. Переживания на сцене — это для меня это самые настоящие переживания, потому что, ну как, это нужно почувствовать, это нужно полюбить свою героиню, свою роль. И на сцене, да, я живу, я «Ты грязь» на сцене. Нина, «Ты грязь». А в жизни, я думаю, что нет. Потому что, ну, ролей у меня много, и все они разные, и я в жизни стараюсь как-то не... с ними так особо не этот. Злободневная тема такая, которая, ну, никогда не пропадет. Всегда будет алчность, предательство. Это будет всегда. Ну и спектакль показывает, что из этого выходит. Что могут порушиться судьбы людей. Из-за одного человека там может порушиться несколько судеб. Вот так вот. В общем, люди, будьте добрее, честнее. И тогда будет хорошо во всем мире. Такая она эпизодическая. Я очень, ну, моя героиня появляется очень мало во время спектакля, там буквально 3 выхода, наверное, у меня, но довольно-таки очень сложная, потому что на протяжении всего спектакля нужно набирать вот это вот эмоциональное состояние, к которому я должна прийти в конце, в финале спектакля. Так. Это Джига, женщина, которая вышла замуж еще, будучи молодой, за богача Бову, родила сына. Сын родился у нас, ну, с болезнью. И вот на протяжении всего спектакля как бы я набирала вот это эмоциональное состояние, переживала за сына. Весь спектакль, я не знаю, набираешь, это переживаешь. Можно сказать, я изначально вот все сцены просматривала с Аюшем, набирала вот это вот все. И в финале, когда убиваю, ну, Аюш суицидом заканчивает,
у нее уже не выдерживают нервы, у нее, ну, это уже просто точка кипения, как, и она просто выходит с ножом и режет своего мужа. Там уже истерика, все. Ну, я очень обрадовалась, что я приняла участие в спектакле «Ты Грэш». Ну, такая постановка интересная. Во-первых, она когда-то уже игралась на сцене театра нашими маститыми, да, актерами, аксакалами. И это была большая честь нам, молодым актерам, тоже взяться за такую работу и поставить здесь, в нашем театре. Благодаря вот Лёше Сарангову, который с нами работал. Конечно, шла работа такая напряженная, ну, музыкальная. Мы все пели, распевались, где-то погружались в эту атмосферу тоже. Это очень такой драматический спектакль, поэтому тоже были свои нюансы у каждого. Вот у меня была роль мамы Аюша, ну, тоже один из главных героев. Сложная роль, потому что у нас она была практически без слов. Но, тем не менее, мы должны были показать этот образ матери, который непросто, который внутри все переживает за сына. Ну, вообще, в общем, мы, зрители, должны были передать образ матери, который, как сказать, через этот образ мы должны были показать образ всех матерей, наверное, того времени. Ну, я играла роль богача, который все время гнобил нас, да, вот. И в конце спектакля мы не выдерживаем, мы нападаем на своего мужа, и у нас звучит финальный монолог. Самая сложная картина вот в нашей работе была. Вот не знаю, ну, на суд зрителя получилось, она как, насколько хорошо, насколько нет, вот. Я, например, до сих пор не знаю, как мы сыграли свою роль. Как она получилась ли, нет ли. Ну, такая загадка всегда. Бурхан! Шафян! Хорал! Ботуш, чатарык! Ты эндехит асылче санам! Ты вдыльте очи зерык! И клин хор захачасы! И тады умрят харснам! Дурн, донос, дурчин газыр шоры, дуран, доносы! Спектакль «Ты Грэш» существует много калмыцких легенд о том, что молодая девушка была вынуждена выйти замуж за весьма почтенного возраста богатого мужчину. Есть много разных интерпретаций этой истории, но мы взяли непосредственно Егора Буджалова, как раз у него просто был юбилей. История получилась неоднозначной, очень интересной. История получилась о трагедии человека, история получилась о жестокости людей порою и о том, что вот мой персонаж, допустим, Булда, вот он пытается достигнуть своей цели, то есть он идет действительно по головам. Цель — отомстить всем и вся, потому что его никто не сравнивает с человеком, его так и называют кишвянаха, то есть паршивая собака, и многими другими словами там. И в каждом спектакле каждая роль, она несет под собой не просто вот я вышел, посмеялся, ага, ой, значит он клоун, значит он смешной, значит... Это значит плохой артист, и если вы не видите всю его биографию, его шлейф, хороший артист, когда заходит на сцену, он один, уходит со сцены, даже если это 5-секундная сцена, он другой. Выходя на сцену, он доносит информацию, он принимает информацию, меняется с помощью этой информации, и зритель все это должен понимать. Также он не просто из-за кулисы же заходит, он заходит откуда-то, с улицы, с коридора, с комнаты, там что-то горит, возможно, там, возможно, кто-то его поругал, там дождь идет. И вот эти вот все моменты, они должны быть... Мы у себя в голове это можем гонять хоть сколько, миллион раз. Но если это зрителю непонятно, значит, плохо отработал. Искренне хочется надеяться на то, что пока нашему зрителю все понятно.